Сьогодні в програмі кофеїн під час вагітності. Що таке підготовка до школи? Як формувати емоційний інтелект старшокласника або у дорослого? Поради спеціалістів. Чорна та гірка, але ж така смачна та ароматна. Кава полонила серця багатьох людей по всій планеті. Все знают, что это за вещество, оно содержится во многих продуктах, оно достаточно активно, но мы его употребляем достаточно часто и каждый день. Кофеин, кроме кофе, содержится еще и в чае, вот, содержится в некоторых препаратах, вот, содержится в некоторых продуктах. Негативно впливають 3 і більше 150-грамових чашок кави щодня. Тому, якщо ви раз на тиждень випиваєте пару ковтків для задоволення, не варто сильно турбуватись. То количество кофеина, которое содержится в кофе, даже в кофе, который натуральный и заваренный, вот, оно достаточно физиологичное. Вот, и до сих пор идут дебаты, полезно это или не полезно. Кто-то доказывает пользу, кто-то доказывает вред. Вот. Но в целом это обычный напиток. Представьте, если это напиток, который латиноамериканцы, предположим, африканцы, да, они бы перевелись, если бы выкидыш был от этого кофеина. Они же его только и пьют. Они там чая меньше пьют, чем кофе. И кофе пьют, они заварной. Вот. Север Африки, Турция, Иран, они все пьют, вот эти страны все пьют кофе. Вот. Мало того, они там еще заваривают вот эти кавы-кавы свои, а там кофеина еще поболее. Вот. У них там есть вот эти растения, которые вот гуарана там всякая, они все содержат кофеин. И все содержат тонизирующие вещества. Жінкам, у яких немає кавової залежності та вживає цей напій доволі рідко, хвилюватись нічого. Кофеїн способен, да, спазмірувати сосуди матки і спазмірувати сосуди органів брюшної полості, наприклад, кишечника теж туди ж, да? Вот. І розширяти одновременно сосуди головного мозга. Многие медики пользуются этим его волшебным свойством. Кстати, кофеїн никогда не повышает, читайте Машковского знаменитого, это для медработников, никогда не повышает давление до высоких цифр, не более 130 на 90. А так сосудорозширяющим його свойством, звісно, докторам многі пользуються. Багато жінок в цікавому стані з перших днів вагітності припиняють вживати каву, але не ліки, які у своєму складі мають кофеїн. Ацетрамон, который содержит 50 мг кофеина, никто не боится выпить. Думают, подумаешь, цитрамонку. Цитрамонка состоит тоже из многих веществ, которые, в общем-то, каждая из них рассматривается в отношении беременности. Тот же аспирин, который категорически нельзя. Микродозы аспирина иногда приходится назначать даже врачам, беременным женщинам, у кого очень густая кровь. Мы вынуждены это делать. Не то, что от себятина, это в приказах Минздрава есть, хотя аспирин не является веществом полезным для беременной женщины. Діти швидко ростуть. Здається, зовсім недавно переступили поріг дитячого садочка. А через якусь мить вже потрібно починати підготовку до школи. І так хочеться, щоб перший рік навчання залишився в пам'яті малюка приємним спогадом. Батьки завжди хвилюються, як вчитиметься дитина. Чи стане цей період в житті сім'ї радісним, веселим, чи, можливо, будуть виникати труднощі. Все це залежить від підготовки сім'ї та дитини до нових умов. Чим краще підготовлений організм дитини до змін, пов'язаних із навчанням у школі, тим краще вона впорається з можливими проблемами. Готовність дитини до систематичного навчання – це той рівень розвитку дитини, завдяки якому навантаження не будуть надмірними і не призведуть до порушення здоров'я. Доведено, що в дітей, не готових до навчання, досить довго відбувається адаптація. Адаптація
це пристосування до нових умов. Зокрема, у них значно частіше виникають труднощі навчання не лише в перший рік навчання, а й надалі. Багато батьків помилково вважають, що підготовка до школи – це щоденне зубріння літер і цифр або ж придбання шкільного приладдя. Обов'язково дитина повинна мати навички адекватної поведінки в громадських місцях, уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками, готовність підкорятися інтересам і правилам в групі. В дитячому садочку різними видами декоративно-прикладного мистецтва розвивають моторику. Але ж і ви можете долучитись та прискорити процес готовності руки до письма, показуючи дитині театр тіней. Навчіть малюка відображати різних тваринок. Шестирічна дитина дуже емоційна. Почуття панують над усім її життям, надаючи йому особливого забарвлення. Коли близькі, дорослі, люблять дитину, добре ставляться до неї, визнають її права, вона отримує емоційне задоволення. Тобто дитина має почуття впевненості, відчуває почуття захищеності. В цих умовах розвивається життєрадісна, фізично та психічно активна дитина. Виховуючи і навчаючи дитину, слід пам'ятати про те, що не можна перетворювати заняття в щось нудне, нецікаве, нав'язане дорослими і непотрібне самій дитині. Спілкування з батьками, у тому числі і спільні заняття, повинні доставляти дитині задоволення і радість. Шановні батьки, пам'ятайте, діти – це дзеркало життя своїх мам і тат. Як у краплі води відбивається сонце, так і в дітях відображається духовне благополуччя мами, тата. Перш ніж навчити когось, потрібно самому навчитись. Це ж саме можна віднести і до формування інтелектів, зокрема емоційного. У сьогоднішній програмі ми розглянемо два підходи. Ассоциированный подход заключается в том, что мы находимся внутри ситуации. Мы ее проживаем со всеми эмоциями, чувствами, со всеми состояниями, которые были нам присущи в этой ситуации. Да? И мы эту ситуацию можем переживать несколько раз, как бы вспоминая ее. Диссоциированный подход заключается в том, что мы можем оценить события как бы со стороны, то есть выйти из него и посмотреть на него как бы со стороны, как будто фильм смотреть, в котором вы главный герой, в котором происходит какие-то события, связанные с вами. Кожен із цих підходів застосовується в певній ситуації. Ассоциированный подход очень хорошо применять, когда у вас были какие-то радостные события и радостные состояния. И когда вы в каком-то, ну, допустим, настроении не очень хорошее, да, можно вспомнить эти ситуации, можно вспомнить эти состояния и как будто войти в них. И еще раз прожить эти эмоции, еще раз прожить эти состояния. Цим самим наш настрій покращиться. Диссоциированный подход хорош тогда, когда необходимо решить какую-то травмирующую или сложную ситуацию. Тогда, потому что когда мы в эмоциях, когда наши эмоции кипят, нам очень сложно анализировать ситуацию, нам очень сложно включить разум, потому что когда главенствуют эмоции, разум отходит в сторону. А диссоциированный подход помогает эмоциям как раз отойти в сторону, а разуму взять верх. Мы как бы со стороны наблюдаем все, что с нами происходит. Мы имеем возможность проанализировать ситуацию. Мы можем увидеть свои ошибки, либо другие ошибки других людей. Да? Мы можем что-то с этим сделать. И мы можем, что самое главное, получить для себя ценный опыт. Потому что любые неудачи – это обратная связь мира на нашей ситуации. И не всегда неудачи необходимо воспринимать как провалы. Очень часто неудачи помогают нам идти к успеху, потому что мы знаем, что здесь идти не нужно сюда, потому что здесь будет не совсем то, что я бы хотел получить. Настрій може змінити навіть самопочуття. И очень важно пребывать как можно чаще в позитивном настроении и позитивно смотреть на мир. Мне очень нравится приводить детям такой
такое упражнение, если у вас будет желание, можете попробовать его сделать. Вот представьте себе, что вы сейчас встанете, да, и попробуйте наклониться, полусогнуть колени, взять пяточки, как были там носочки, ну до чего дотянетесь. И в такой вот позе зю попробовать себя очень-очень уверенным человеком, который готов что-то доказывать, готов внести свою позицию в мир, готов ее отстаивать. Согласитесь, очень сложно это почувствовать. И точно так же попробуйте теперь встать в другое состояние. Расправьте свои плечи, выпрямите спину, поднимите голову, гордо посмотрите в мир. Согласитесь, в этом состоянии очень сложно чувствовать себя жертвой. Попробуйте почувствовать себя несчастным с выпрямленной спиной. Это очень сложно, поэтому следите за своей спиной, следите за своими плечами. Наша поза, те, як ми йдемо в світ, наша хода також формують наші думки і наш стан. Чаще улыбайтесь. Когда человек улыбается, включаются его мимические мышцы, и автоматически в тело идет гормоны счастья. То есть, когда человек улыбается, на физиологии происходит изменение. Чем чаще вы улыбаетесь, чем лучше вы смотрите на мир, тем мир вам будет казаться радостней. Поначалу нужно, может быть, придется заставлять себя улыбаться, но поверьте мне, если вы будете это практиковать каждый день, через время это будет ваше второе я, как бы, да, вашей натурой. И улыбка, она в любом случае помогает решать многие проблемы нашей жизни.